Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжим играть в Майнкрафт, это карта в Майнкрафте. Да, в принципе, давайте будем начинать. Кстати, давайте я включу эффект, у меня тут были выключены. Хорошо, в принципе, у нас это паркур сегодня будет. Да, я хочу пойти паркур, показать свой скилл, да. Ну, вы знаете, как я паркую, да? Блин, оно на шифте тоже дамажит. Так, так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре! Бляха! Собака! Я просто похлопаю. Так, окей, у нас здесь все начинается. Если что, я здесь уже проходил. Немножечко, да. Сейчас я скажу, где это. Где я прошел это все дело. Да, сейчас увидите. Где-то вот там, короче, да. Хорошо, я объясняю, конечно, да. Это достаточно интересная карта. Видите, сколько уровней. То есть я их все вижу. Самое главное, но я туда пройти не могу. Понятное дело, потому что здесь барьеры стоят. Хорошо. Так, мы идем сюда по заборчику, как помню. Так, а я не помню, если честно. Врать не буду. А, вот здесь, хорошо. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Я, кстати, очень сейчас хорошо пакую, потому что первый раз я тупил. И сейчас я даже все быстрее одни и те же действия сделаю. Это, конечно же, неплохо. Вот здесь я уже не могу пройти. Не мог пройти, точнее, вот здесь ты смог. Здесь надо по заборчикам прыгать, да. Не по люстрам, а по заборчикам, да. Хорошо. Здесь у нас лесенка вот такая вот. Да-да-да, как-то так. И вот здесь немножечко сложновато. Вот, смотрите, то есть я вот сюда иду, и здесь надо быстренько пробежать, чтобы... чтобы... Блин. Но вот это еще не страшно, то, что я вот в первый упал блок, а во второй это будет немножко опасно. Так, отлично. Есть, есть, есть. Отлично. Вот здесь я уже не был. То есть здесь я буду тупить. Это что? Level 2. Colors. То есть у нас его разноцветное все будет. Хорошо. Бам-бам-бам. Хорошо. Я это видео записываю так, ну, не знаю, как-то спонтанно, да, немножко. То есть я хочу сейчас записывать часто ролики, поэтому решил записать прохождение карты. Вы, если что, не волнуйтесь, следующее видео будет по время хардкора, это 100%, да. Я подготовлюсь, сделаю крутое видео и так далее. То есть я сейчас именно такой тактикой буду пользоваться, да. То есть буду одно видео записывать и буду записывать именно хардкора, чтобы он выходил часто. Хорошо. Мы, кстати, этот уровень уже почти прошли. Достаточно быстро прохожу эту карту, я думал, что я куда медленнее буду проходить. Чтобы вы понимали, то есть, как я уже там сказал, вот там же я, вот здесь я закончил эти уровни, да? То есть я первый уровень даже не прошел, получается. Все при вас, можно так сказать. Хорошо. Здесь уже очевидно то, что это надо куда-то сюда, сюда. Или не очень очевидно, подождите. Опа. Не, немножко не очевидно, если честно. А, понятно, смотрите. Показываю. Опа. Вот сюда и теперь сюда. Отлично. Все, я более-менее начал понимать. И теперь мне надо каким-то образом вот сюда, а потом на кактус. Офигеть. Не, на самом деле очень круто, похуй. Я сейчас так смотрю, я реально... В смысле, я же на шифте? О! О! Тихо, тихо. Я же на шифте был. Хотя это, наверное, не как это магма работает. Окей. У нас есть кактус. Я его брать не буду, хотя давайте возьмем как пасхалочка какая-нибудь, наверное. Но это не точно. Так, отлично. Теперь нам надо туда или туда? Вот это интересный вопрос, конечно. А, не, надо сюда, сюда, а потом сюда. Отлично, я понял. Все, раз. Блин! Я упал. А, вот, слава богу, здесь уже можно подняться. Да, видите, то есть здесь не надо писать команду kill, например, да, и так далее. То есть здесь нету такого. То есть здесь все как бы вручную, можно так сказать. Это достаточно интересно. Очень легко, кстати, на кактусах пакуить. Как оказалось, да. Я всегда думал, что это намного сложнее. Я же немного раз это делал в жизни. Ой, тихо. Куда я попал, я не понял. Я должен сейчас туда подняться был, да. Понятно, понятно. Вот забор. Вот сюда. Потом вот сюда. Потом вот сюда. И вот там дальше идем. Хорошо. Я вас понял. Я вас понял. Да. Ого. Так, все, заново опять, да? Еще, блин, в паутине оказался вообще. Блин, так приятно, когда так много FPS, если честно.
Я хоть уже и второй месяц играю с этим компом новым, но все равно не могу привыкнуть. Точнее, я уже привык, но до сих пор очень приятно. То есть то, что нету никаких фризов, лагов, точнее фризы-то чуть-чуть есть, но это не сильные проблемы. Не такие уж и сильные проблемы. Так, смотрите. Сейчас мы вот так вот. Оп. Да блин, вы издеваетесь, что ли? Опять я в эту паутину. Вы что, издеваетесь, что ли? Давайте сюда. Ага, хорошо, зашибись. Да. Слушай, это издевательство. Это реально издевательство какое-то уже, блин. Подстава, блин, долбанная. Так. Раз, раз. Так. Так. Вот что надо сделать? Вот смотри, я могу сейчас вот так сделать. Нет, не могу так. Боже мой, ты меня задрала паутина уже, блин. Сколько... А, я как бы понимаю, как это пройти, но я просто туплю немножко. А мне еще, блин, эти паутины бесят. Вообще, как так можно? Чё я здесь начал тупить-то так, а? Алло, люди, ёпта, блин. Давай, опа. 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 И опа. И сейчас такой бегу, типа, и захожу. Вот, есть, зашибись, красавчик, блин. Наконец-то я сюда забрался. Так. Ага, хех тебе. Так. Блин, сюда надо было. Подстава. Это реально подстава. Так, ладно. Все хорошо, более-менее. Так, здесь хотя бы над головой ничего нету. Уже пройду. Уже пройду, бояться нечего. Погнали. Бам. Бам. Ебой просто. Так, отлично, хотя бы забраться уже можно. Сюда. Ага. А вы понимаете то, что если я вот туда случайно сейчас упаду, да, то придется все заново проходить. А это, естественно, не очень хорошо. Так, опа. Да, блин. Тяжеловато, если честно, проходить это дело. Есть. Есть. Да, почему-то, когда я издаю такие странные звуки, тогда я более-менее... Так, тайминг. Тун. Есть! Фух! Что-то я вообще запаниковал сейчас, извиняюсь, да что я так ору, блин, да? Снег, зима. Снов это зима, да? Ой, блин, я что-то... Куда я назад-то в колокс этот пошел, блин? Ой, что-то я вообще, я уже не соображаю, блин, я куда-то не туда иду. Так, подождите, а сейчас куда? Конечно, вот сюда, наверное. Потом, смотрите, вот есть вот такой люк, видите, да? Люк. А куда теперь? Не, правда, не понимаю. Сюда забраться, прыгнуть можно? Мне кажется, нет, вообще нельзя. Это выглядит то, что можно, типа, на самом деле нельзя. Не, мне кажется, что-то другое должно быть. Что-то явно должно быть другое. Допустим, вот ты. Тут можно проползти, я сюда запрыгну и каким-то... Вот это хитрость. Подождите, тут еще вода есть. А вода зачем? Так, это уже... Это интересно. Подождите. Да ладно, я паркую. Мне как бы не тяжело. Да и вроде как это сильно много мне ничего не принесет от такого крутого, интересного, важного, правильного, блин. Так, хорошо, я ползу. И вот сюда я... Сейчас выползаю, блин. Это реально хитрая ловушка, если честно. То есть ты можешь замучиться. То есть это разработчик хитрый, кстати. Это оказывается я умный. Я оказывается по-умному поступил. Вот сюда хер запрыгнешь на самом деле. Надо вот так вот люк открыть, точнее закрыть. Вот таким вот образом. Вот смотрите, вот что со мной не так. То есть я хочу вот в Эндермир пойти. Я не знаю, это просто мозг хочет. То есть это не я хочу, это мозг все. Да. Смотрите, вот сюда мы прыгаем, да, вот так вот ложимся, ползем, и теперь мы под этим блоком сейчас вот так вот встаем, и сейчас мы должны осторожно каким-то образом, опа, блин, и типа сюда мы на этот блок забираемся, и отсюда уже вот туда оказывается. Вот, все, я понял вас. Я вас понял, это реально хитро сделано, потому что ты не поймешь с первого раза то, что действительно надо ползти. Хорошо. Давайте. Блин. Я, кстати, сегодня вообще как-то стараюсь максимально без читов играть. То есть я, ну, меня от малейшей вот этой всякой фигни, да, может уже бомбить начать.
Да, то есть я немножечко как бы уже бомблю, да, потому что я не могу это пройти. Но более-менее все хорошо прохожу. То есть я паркур не так уж и плохо прохожу. Заметим, да? То есть паркур реально прохожу не так уж и плохо. Раньше я хуже проходил. Да. Нет, ребята, а как надо сделать, чтобы не пролетать? Так, е-бой, отлично, отлично. Погнали. Нафиг этот кактус, короче, он вообще неудачный. Так, может быть, один раз? Есть, один раз. Вот это надо запомнить, это правило. Теперь на эту лесенку. Отлично, то есть, если я даже упаду, я уже особо бомбить не должен. Да. Но это я, поэтому все может быть. Угу, понятно. Я не бомблю, со мной все нормально. Та-та-та. Может быть, голову надо поднимать. То есть вот, опа, это раз, это два. Ты в смысле? Блин, капец. Я лоханулся, капец. Короче, я сейчас забрался. Забрался, перелетел. Я понял тактику. Я тактику понял, друзья. Я все понял, ребята. Это вообще круто. Блин, а что я на этот блок начал уже, блин, падать так? Мне это не нравится, да. Мне это вообще не нравится. Мне такого не надо. Уж извините, но нет. Так, смотрите. Вот мне один... Да в смысле? Ты издеваешься? Ну, не, правда. Вот как тактику, блин, изучил первый раз, просто лоханулся, да? То сразу начал здесь, блин, тупить. Короче, я врать не буду, то есть я скажу честно то, что я опять использовал креатив, просто чтобы забраться на этот блок. Я не знаю, я просто как-то тупить начал, вот просто тупить начал, извините, правда. Ну, в принципе, можно считать то, что это не читерство, я туда уже раз 15, наверное, забирался, но что-то я как-то вообще дико тупить начал. Так, хорошо, смотрите, как мы делаем. Угу. Надо было подержать, наверное. Ну, хотя держать долго кнопку вперед и прыжок, это не очень правильно, мне кажется. Потому что, правда, все как-то плохо. Вот я опять падаю, я сейчас, блин, опять... Не, я держу, надо просто нажимать. Что так все долго-то происходит? Мне это уже явно надоело. Ну, почему? Я уже вообще... Ну, я пытаюсь максимально осторожно делать. Может быть, нафиг эту осторожность, а? Нафиг эту осторожность, давай... Бляха. Блин, я уже прохожу, как, не знаю, какой-то спидранер, блин. Не, ну правда. Я это дело уже прохожу, как спидранер. Вот я сейчас, видите, прошел, кстати. Ебой, я это 10 минут или 15 проходил, если что, ребят. Ну, я, блин, сейчас туда захотел прыгнуть. Вот просто, вот я сейчас захотел туда прыгнуть. Но я этого, слава богу, не сделал. Да? Фух, блин. Так, уееее! Хоть это еще и зима, но я что-то реально затупил. Что-то прям долго все делал. Сейчас здесь за 3 секунды все, видите, намучу. Так, посмотрите, здесь что-то не так. Не понял я. Сюда забрался. Молодец. Только что туда забрался, и теперь потерял это место. То есть, смотрите. А, я понял, сюда надо забраться. Я же этого не сделал. Вот, есть. И теперь сюда. И мы идем дальше. Теперь куда прыгать? Просто вперед. Вперед, хорошо. Теперь что вы хотите от меня? В смысле? Как я на этот блок-то заберусь? Здесь есть что-то, прибас. Здесь что-то, прибас, есть. А, блин! Неудобность этих паркур-карт в том, что я не вижу, где обведение блока. Это самая неприятная вещь. То есть, смотрите, я сейчас показываю читерство. Вот, видите, обведенный блок. Я понимаю, где я стою и что вообще происходит. То есть, это помогает в раза, наверное, 3 больше, лучше. То есть, правда, это куда круче. Ну, хотя тоже не сильно. Сейчас что-то я так смотрю. Ну, конечно, если какие-нибудь шейдеры поставить, там будет еще больше эта линия вокруг блока, да? Вот сюда, допустим. Почему я на дерево забраться не могу? Что-то лох такой. Не, ну правда, это бред какой-то.
Я с одной стороны вообще как спидранер вот до этого блока добираюсь. Смотрите, просто раз, два, три, четыре, вот так просто. О, могу даже 360, 270 или сколько я там сделал. Спокойно. Отлично. Я не знаю, почему так долго я это делал. Смотрите, вот видите вот это белое, да, дело. Погнали. Бам, бам, бам. Все, ебой, прошел, отлично. Но это было сону быстрее, чем вот там. Да. Ага. Фух, это чтобы... А, нет, слава богу. Я уже подумал, то, что типа сюда... Здесь просто дырка, да? И больше ничего нету. В смысле? Подождите. Так я же мог это проплыть просто. Чего? Не, я сейчас хочу просто посмотреть. Я же это проплыть мог спокойно. Зачем я паркур проходил? Ребят, меня обманули, короче, смотрите. Я просто могу, опа, сделать. Вот так вот. И просто вот с этого блока взять. Вот так вот. Опа, опа, и опа. И все. Подстава, блин. Опа. Опа. Блин, вот это, конечно, жесткий уже паркур становится. Но это уже последний снежный паркур, поэтому здесь надо пожестче играть, уметь, да, покруче паркурить. Так, это опасно, реально, это уже реально паркур пошел. В Майнкрафте прям жесткий. Так, подождите, я что-то сейчас уже не понял. Вы чё? Нет, ну я как это сделаю? Люди. Я на этот блок должен запрыгнуть. А, тут лестница. Слава богам, блин. Твою мать! Подожди. А как я заберусь? Как на этот блок забраться? То есть я вот сюда забираюсь, подождите. Блин, непонятно. Честно, вообще ничего не понятно. Я, блин, скоро... Я боюсь то, что я сейчас опять начну тупить в начальных местах. Вот это я больше всего боюсь. То есть ладно, там на одном месте туплю. Это плохо. Так. Я опять упал, да что такое? Ну, реально, я что-то как-то вообще... Я вроде как хорошо паркую, но все равно. Как-то много делаю ошибок. Много делаю ошибок. Этот ролик получится большим, я думаю, я его буду прям часто вырезать. Да. Уж извините, но это придется делать. Так, вот там что? Я боюсь сюда и прыгать. Ладно, пофигу, черт с ним. А, слава богу, здесь все хорошо. Вот сюда запрыгнул. И получаем лесенку. Отлично. Забрался. Забрался. Так. Ебой. Так, ну, мы по хитрости, да? Пятый левел. Блин, я наушники, блин, немножечко даже в сторону. Короче, пятый уровень. Это у нас ад. Я так понимаю, то, что это конец. Да? Это последний уровень, кстати. Или нет? Подождите. Да, да, кстати, это последний уровень. Окей, ребят, ладно, пофигу на ролик уже, хоть там 30 минут будет. Хотя 30 минут я его точно не дам сделать. Да, конечно. Кстати, пишите комментарии, как лучше вообще большие, маленькие ролики делать. То есть иногда там по картам, например. Потому что я стараюсь все на две части делать. Это, конечно же, с одной стороны не очень, с другой, в принципе, ну вполне хорошо. То, что я стараюсь, да, чтобы было, чтобы ролик был не сильно большой. Так, а вот дальше куда? Ага, опять прыгать. Отлично вообще, блин. Угу. Прыгать, видите, я умею. Я научился. Я реально, я раньше же не мог этого делать. То есть я сейчас вообще понимаю, как прыгать. Вот я беру вот так вот вперед, нажимаю. И вот такой прыжок делаю. Да. Так, смотрите. Отлично, мы уже прошли быстро очень этот адский уровень. Что-то как-то вообще быстро. И мне кажется, то, что разработчики хотят, чтобы я вот сюда прыгнул сейчас. Это мне уже не нравится. Здесь уже помереть можно, если что. Ой, вы что, издеваетесь, туда прыгнуть, что ли? Так, давай, опа, опа. Так, у нас есть эта труба какая-то, блин. Ага, хорошо, сюда прыгаю. Теперь сюда, понятно, все, я все понимаю, все отлично. Видите, я правильно прыгаю. В правильные места, более-менее. Или нет, подождите. Смотрите, сейчас пойму. А, мне куда надо? Я что-то пропустил, да? И что мне сейчас делать? А, я просто буду плавать в лаве. Огонь, уйди, пожалуйста. Ты, конечно, мне не прям сильно мешаешь. Хотя, можно, знаете, как сделать? У меня же тут есть текстуры, да? Или я их убрал? По-моему, убрал. А, вот они, текстуры. Я могу сейчас прям при вас их поставить. Можете даже скачать по названию, да? Если, ну, ролик остановите, да? Скачайте. Вот, смотрите, вот здесь огонь ниже. Видите?
То есть огонь не на пол экрана. Да, не знаю, это читерство или нет. Ну, для вас, я не знаю, как вы считаете. Это я, конечно, не могу знать, как вы считаете. Вот сейчас куда паркуете? Вот скажите мне. Так, допустим, вот здесь нету лестницы. Вот как я сюда побегу? Прыгну. Сюда надо было! Я понял. Все, я понял. Так, есть. 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 Ебой, как говорится. Есть, 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 есть. И теперь туда надо. Хорошо, погнали. Опа, ебой. Так, отлично. Но теперь я думаю, то, что здесь не надо вниз спускаться. Или надо. Но я сюда никуда... А, нет, вот сюда я запрыгну. Отлично. Видите, прям с первого раза все эти действия делаю. Я вообще, блин, красавчик. Просто красиво все делаю. Это, наверное, лучшее и самое... Ну, я на самое лучшее прохождение карты. После этого даже хочется еще снимать паркур. Мне кажется, ролик уже минут на 30-40 получился. И мне кажется то, что мне не кажется. Правда. То, что это чистая правда. Блин, я ненавижу это дело, блин, я ненавижу. Я правда, это, я ненавижу, блин, я бомблю, блин. Я немножко бомблю, правда. Я раньше, конечно, больше бомбил. Я просто это в кадрах не сильно вставлял, да, мою бомбежку. Я же прям могу реально бомбить, то есть если мне дать прям карту какую-то жесткую, то я могу бомбить. Да, я умею бомбить, офигеть, вы не знали, да? Так, смотрите, какая ситуация, как мне сюда запрыгнуть? То есть вот, это туда, куда мы, откуда мы пришли, и сейчас на шифте я должен сюда доползти. Я могу даже шифт не держать, офигеть, хитрости. Ну, конечно, человеку, который здесь не играл на этих версиях, ему будет сложно. Блин. Не, ну это издевательство. Вот этот блок, который мне еще, блин, мешает сюда запрыгнуть на первый блок. Так, давай, давай, давай. Ты сможешь. Сейчас все... Так, все, давай, давай. Ты сейчас сможешь. Все, сейчас с первого раза все как на... Да, опять. Давай. Давай, давай, сейчас все будет. Сейчас все как надо. Сейчас будет все как надо. Все как умеем. Все как можно и не можно. Все, погнали. Все, я опять на шифте вот так вот ползу, да. Это выглядит очень необычно. Да блин, опять это то же самое сделал. Так, давай, оп, опа. Плавность, в Майнкрафте есть плавность. У меня есть плавность на компьютере, отлично. Все, плавность на компьютере, нормально сказал. Так, все, погнали, отлично. Опа, бац, бац и бац, бац, бац. Все, погнали, я ползу уже сразу. Я не знаю, может быть, я, может быть, сейчас уже читать буду, реально. Вы извините, конечно, но я буду, наверное, телепортироваться вот сразу вот на это место. Она, как, вот эта штучка, она прикольная, но все равно, блин. Идите нафиг. Ну, блин, реально, ну я уже... Реально, я тут 40 минут уже, ну ладно, минут 10, наверное, это пытаюсь пройти, блин. Сейчас опять, блин, упаду. Да бляха! Короче, ребят, ну, реально, я уже задолбался. Ну, честное слово, давайте посмотрим. Вот сюда я иду. А как мне здесь? Вы что, издеваетесь, что ли? Что? What the fuck? Is this? Или что? Подождите. Вот я сейчас сюда... Нет, допустим, я каким-то образом сюда попал. А, фух. Теперь сюда, потом сюда. Все, я понял. Я понял. Ну это очень... Не, правда, это дико сложно. Я не могу так. Так, все, надпись убираю, чтобы не мешало. Ай, бля. Ну, блин, ну реально надоело. Меня реально уже бомбит. Меня правда уже бомбит. Я сейчас минут 40 на это потрачу. Я не хочу. Я хочу записать ролик. Мне же это потом еще все монтировать. И понятное дело то, что где-то половину придется вырезать. То есть в этом ролике, правда, где-то половину придется вырезать. То есть обычно в роликах я вырезать могу, ну, может, минут 10 максимум. То есть это прям максимум, когда ролик на 30 минут получается какой-нибудь. То есть просто ненужные моменты, которые просто в ролике не нужны. Но здесь придется прям много чего вырезать. Даже более-менее интересные моменты, или где я что-нибудь вам рассказываю, да? Потому что я, правда, много сегодня, что действительно... Ну почему я не здесь... Ну нахер. Почему я здесь не могу остановиться? Вот просто, вот возьми и остановись. Я боюсь сделать один раз вот этот прыжок. Вот я делаю два или три раза.
Я боюсь один раз это сделать. А иначе все плохо будет, блин. Ну правда, надоело, блин. Давай. О, даже здесь смог. Даже здесь смог это сделать. Это хороший знак. Надоело, все. Я буду здесь, короче, паркуйте. Идите нафиг, все. Это я не вам, если что, говорю. Я говорю, это автору карты. Ты втираешь мне какую-то дичь. То, что я лох, не умею проходить нормально паркур карты. Я думал, то, что сегодня смогу нормально все пройти, но видите, я как оказалось, как всегда, я как лох играл, поэтому извините, но я лох. Так, вот, все спрятал, чтобы вы не увидели. Да. Я же, типа, это такой хитрый, да, типа, прячу от вас, чтобы не заметили. Мне интересно, как здесь вообще можно пройти это? Это вообще возможно? Я просто, я вот правда, вот клянусь, вот такого я никогда не проходил. Охренеть. Я правда охерел сейчас. Не, ну правда. Мне даже... Я все-таки смог. Ну, ребят, ну извините, но я все равно же, я смог же, я же не с этого блока. Не, я вот с этого начинал, потом сюда, а потом сюда. Нет, я все честно сделал. Извините, но я просто сэкономил время. Сэкономил время, силы, бомбежку и все такое. Потому что минут бы через 20 бы, я бы уже бы реально бы... У меня бы уже бы глаза бы красные бы стали бы, блин. Хера блин, блин. Хера блин, блин. Как всегда, блин. Это фразочка. Так, отлично. Опять этот прыжок. Там чуть-чуть осталась кнопочка, я иду к тебе. Блин, это не наша кнопочка. Это же пустынная кнопочка, блин. Смотрите, вот сюда мы прыгаем, да. Садимся вот так вот. Отлично. Да, и попробуем вот так вот пройти. У нас получилось, хорошо. Мы попробуем это с первого раза пройти. Я думаю, получится. Так, смотрите, опа. Прыгаем. И вот сюда прыгаем. И теперь я думаю, куда вообще идти, потому что... Ага, я вижу кнопку, отлично. Вот, все, конец карты, нифига себе. Совсем чуть-чуть оставалось, оказывается, уже. Но я, в принципе, и догадывался, то, что уже все, да. Все, конец. Блин, я боюсь, конечно, это делать. Может быть, все-таки... А, тут не получится хитростью. То есть надо допрыгнуть все-таки. О, фух, я уже испугался. Я боялся то, что упаду сейчас. Вот, ребята, и конец. Да. А! В смысле? Блин, я вообще забыл про то, что эндермир еще не прошел. Я совсем забыл про этот эндермир. Честное слово, я вообще забыл то, что он здесь есть. Я же думал, то, что здесь только снежный биом, я реально про него забыл. Я реально думал, то, что это все конец, блин. Ладно, вот это уже точно конец. То есть здесь 6 уровней, хорошо. А куда теперь? То есть я могу прыгнуть. А мне надо туда, то есть мне надо вот сюда, а потом сюда. Вот какая хитрость здесь. Хорошо то, что я сюда посмотрел вообще. Так, отлично, теперь мы идем сюда, а потом туда? Или туда? Нет, сюда. Смотрите, опа, бац. Нет, сюда нельзя. Куда тогда? Непонятно. Так, опа. Теперь мы отсюда вот так вот прыгаем. И вот сюда. Теперь мы пробуем каким-то образом вот отсюда. Хотя мне кажется, то, что так нельзя. Хотя, посмотрите, подождите. То есть вот это... Я вот сюда могу... Мне интересно, отсюда... Вот сюда, мне кажется, не получится. Да, вот отсюда, вот сюда. Да, поэтому я сейчас попробую еще раз вот сюда. Есть! О, капец! Вот это было опасно, я, видите, смог. Так, теперь нам надо туда. Блин, это сложно, на самом деле. Это стрёмно. Опять я упал. Теперь вот здесь самое сложное. Блин, капец, я так боюсь просто упасть. Так, теперь сюда я попал. И теперь я вот сюда прыгаю. Отлично, блин, это реально круто. А как мне теперь? А, вот сюда. Хорошо, я понял. Вот сюда, потом на заборчик. Потом отсюда, потом сюда, потом сюда. Потом сюда, я понял вас. Мистер Палочка, блин. Так, ну это не так уж и сложно, хотя... Лучше бы молчал, честное слово. Так, ладно. А куда мне теперь прыгать? Мне же такой высоты не хватит. Так, подождите, я что-то не понимаю. Нифига себе сложный паркур, конечно, смотрите. Почти. Так, и теперь давай... Есть! Ебой! Красиво, вот сейчас опасно. А тут везде опасно. Так, вот этот росточек мне уже нравится. Он прям хорошо так. Так, подождите. А дальше куда? От этого, да? Вот, допустим, вот сюда.
Теперь вот сюда. И смотрите, опа, опа. Ебой, капец. Вот так вот и надо паркуй, типа, вот оттуда начал прыгать, и здесь как отпрыгнул, да, и сюда попало, отлично. Есть, так, теперь на росточек, на хоус, точнее, я неправильно говорю, да, ну вы знаете, да, это хоус у нас. Ну-ка, чекпоинт, ой-ой-ой, мне это уже не нравится. Первый чекпоинт за всю игру, это вообще уже опасно. Так, а я что, кругами все делаю, что ли? Нифига себе. Смешно как. Посмотрите, я прям быстро паркую и быстро и умно делаю это. То есть я не паркую как попало. То есть я более-менее пытаюсь делать все логически. И посмотрите, как я паркую. Это легко. Я понимаю, то, что это легко выглядит. Но на самом деле я реально офигеваю. То, что я не зря паркую всяких лобби, там, серверов, да? Блин. А чё мне этот чекпоинт даст-то? Ну, допустим, смотрите, я сейчас сделаю вот так вот. По-моему, там в правилах было написано то, что как раз не надо это делать. То есть, типа, не убивай себя. Ну, извините, но здесь чекпоинт. Типа, чё мне, не использовать, что ли, его? Это не очень хорошо будет, если его не использовать. Это уже тогда смысла в нем никакого не будет. Опять, видите, я тороплюсь, да? Хотя этого делать не рекомендуется. Не рекомендуется. Смотрите, вот сейчас был опять опасный блок. Тут тяжело, тут опасно паркуить, останавливаясь. То есть тут это правда опасно делать. Так, я до сюда доходил, кстати. Да, я вот до сюда не доходил, и опять я упал. Вот сейчас было опять глупо. Вот смотрите, опять пишу команду kill, я опять умираю. И опять отсюда начинаю. Блин, мне это реально не нравится, то, что я вот так вот все так получается, да. То есть я вроде как более-менее неплохо паркую, но... Я, правда, как-то сейчас не могу пройти с первого раза. Понятное дело, то, что-то не с первого раза проходится, но хотелось бы уже бы пройти, потому что карта идет уже под 50 минут, мне кажется. Итак, я понял, как это проходить, на это дело, да. Вот, смотрите, вот на эту, на эти слаймы, да, на этот ковер. Я так понимаю, то, что надо вот туда прыгнуть, а потом сюда. По крайней мере, ну, я до сюда боюсь допрыгивать. Я уже пытался раза два где-то литри. Ну, ладно, давайте попробуем. Хорошо, давай. Так, давайте вот сюда. Попробуем отсюда. Просто мне интересно. Давайте, если получится, то получится. Я просто пробуем. Допустим, я делаю адвенчер и прыгаю. Хороший прыжок. Нам... И вот так мне придется передохнуть еще раз, наверное, 130. Фух, это было близко сейчас, кстати. Неужели? Ебой, 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 ебой. Так, а я не могу сюда пройти. Красивая вот это у нас взрывалка, да, этот кристалл. Фух, я прошел. The end. Спасибо за карту. Спасибо за игру, там, скорее всего, было. Ну, там, да, там, да, это было написано. В принципе, вот такая вот карта. Вот такая вот, 6 уровней вот таких вот красивых. Мне понравилось, но достаточно сложно и долго. Но, в принципе, я попытаюсь это все вырезать, сделать более-менее видео на 25 минут где-нибудь. То есть, ну, большое, да, получится. Но, в принципе, я сделаю его достаточно смешным и интересным, поэтому в любом случае будет, наверное, интересно смотреть. В принципе, ну, 25 минут это не так уж и много, с другой стороны, по идее. Ну, чё. Ну, ладно. Всё, короче. Буду на этом, наверное, заканчивать. Да. Вот такая вот карта. Да. В принципе, спасибо за просмотр, все такое. Там, подписывайтесь, ставьте лайки, все такое, как говорят, да. Ну, и увидимся уже в следующем видео. И следующее видео будет у нас, наверное, время хардкора снова. Ну, скорее всего, потому что я... Обещал, что буду вас ролик записывать, и я хочу сейчас записывать часто. Всем спасибо, всем пока, и увидимся на следующих прохождениях карт, мини-играх, и всего на свете, и время хардкора, и все на свете. Все, пока. Пока-пока.